Дорогая молодежь, что мне хочется вам сказать? Мне хочется признаться в любви. Мне хочется сказать вам, что вы красивые. Вам кто-нибудь об этом когда-то говорил? Ну вот, замужние сестры кивают головами, ну муж говорил. А вам, кто еще не замужем, кто не женат? У нас закончилось в Курске молодежное общение. Вы знаете, может, как и вам, мне стало неудобно. Закончилось общение, ну, я там хожу. Есть какие-то дела. Стоят две сестрички. Я подошел, узнал их, поприветствовал. И они мне говорят: «Дядь Витя, хороший вы человек». Я так, ну, в смущении таком, говорю: «Да нет, вы меня не знаете. Я не хороший человек». «Нет, правда, правда». Вот они так искренне говорят. Вот, а потом одна из них говорит, как я вам сейчас: «Вам кто-нибудь об этом говорил?» И я вспомнил, что да, мне такое говорили. Один брат мне позвонил и начал меня сильно ругать. Ну, я что-то неправильно сделал. Ну, в принципе, я много неправильно делаю, ну, за одно из них. Вот. Начал меня сильно ругать. Вот он ругал, ругал меня. Ну, чувствует, видимо, по телефону, что уже хватит. Уже, наверное, как написано, если Господь будет обличениями одними наказывать человека, то краса его спадет, как цвет на траве. Ну, он, наверное, видит, что уже все у меня. А потом говорит: «Ну, ладно, ладно, все равно ты хороший человек». Я вспомнил, что мне уже говорили об этом. Но только в таком разрезе. Друзья, действительно, вы красивые. Без исключения. Кто со Христом, тот красивый человек. Друзья, очень красивый. Как вы думаете, на небе будут некрасивые? Там все прекрасно. Там настолько все прекрасно. И мы с вами будем на небе. Мы с вами будем на небе. И там все будет красивое. И вот я уже, ну, хочется сказать, а вы действительно для меня не то, что я вот как бы верою говорю там. Я не знаю, вы, ну, для меня верующий человек очень приятен. Очень приятен. Конечно, если мы себе поставим оценочку двойку, что я нехороший, это тоже нормально. Давайте ставить себе эту оценку, это нормально. Но Бог нас ценит по-другому. Он у нас отзывается по-другому. Он говорит: «Возлюбленная моя». Это о церкви идет речь. «Прекрасная моя». Апостол Павел говорит: «Вожделенные», то есть желанные, желанные. Нас не так уж и много, друзья, на этой земле. Немного. Нам пришлось в этом году так с братьями, с братским хором проехать по Северному объединению. Вот. И посмотреть, что нас действительно так мало. Так мало. Рубки по 10, по 15 человек. А где и того меньше, по 2-3 человека. А поселок большой, город большой. А нас так мало, так мало. Но дал бы Бог, чтобы мы действительно были вот изюминкой в этом мире, солью, светом. Друзья, вот много говорилось здесь о том, о свободе, которую дает Господь. И я так подумал, думаю, мы немножечко даже, бывает, усложняем наш путь. Сами себе его усложняем. Вот. А вот написано так, друзья, второе послание Тимофею, 22 стих 2 главы. «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца». Сложная заповедь или нет? Юношеских похотей убегай. Вы когда-нибудь убегали, нет?
от себя, от своих похотей, убегали когда-нибудь или нет? Я помню, был на Благовестии, но это было давно. Я вот сижу в комнатке, готовлюсь, сейчас должно быть служение, ну, где-то полчасика, наверное, осталось. И вот одна посетительница в этом поселке, она пришла побеседовать с братом. И они в другой комнате беседуют, а я здесь готовлюсь. Вот. Смотрю, что-то такое происходит в этой комнате, шум какой-то происходит. Вот. А потом смотрю, открывается дверь, врывается брат, вот, весь такой красный, вот. И, значит, подбегает, сел со мной рядом, и, значит, в испуге таком, и за ним женщина. Тоже забегает, села так вот у ног его и гладит его по коленке. Называет его по имени, говорит, что, искушенница? Она его гладит, говорит, что, искушенница? Вот. Я понял, в чем дело. Я понял, в чем дело. Ну, думаю, брат прибежал. Он молчит, он просто в каком-то таком недоумении. Вот. И, значит, прибежал ко мне. Ну, что я сказал в это время? Ну, как-то, говорю, как вам не стыдно? Что ж вы делаете? Ну, вы, ну, вроде бы как, ну, женщины, должен, стыд какой-то должен быть у вас. Ну, ищу эти слова, вот. Я чувствую, она на меня вообще не реагирует. Она не реагирует. Я, ну, другие слова начал находить. А потом уже начал немножко ее обзывать. Ну, как обзывать? Но она не отступает, она вот в этом положении находится. Я как обзывает, я говорю, и ты думаешь, он променяет тебя, у него на тебя, у него жена красавица, дома ждет, и ты посмотри на себя, кто ты есть. И я начинаю немножко вот так вот ее обижать. Вот. Но смотрю, она вроде как подействовала. Я уже приготовил еще некоторые слова, еще хуже. Вот. Ну, слава Богу, не дошло. Вот. Она ушла. Все же устыдил я ее, она, значит, убежала. Убежала. Вот. И, по-моему, на служение она не пришла. Пришли другие люди, она не пришла. Друзья, вот юношеских похотей убегай. Очень важно в нашей жизни, особенно юношам, убегать от самих себя. И не надо этого стесняться, стыдиться, когда мы просто-напросто уйдем от какого-то искушения. Или разобьем какое-то искушение. Ничего страшного. Брат один рассказывал, когда он служил в армии, и, значит, искушение такое его постигло. Когда они сели за стол, начальники, значит, его за стол посадили, и он находится за столом. Вот. И там, значит, ставит выпивку, вот, выпить. И его начинают уговаривать начальники, командир, да давай один раз, да ничего страшного. И вот он в кругу их находится, посередине стол. И вот он отпирался, и так, и это, не получается. Вот, знаете, что он сделал? Он стол перекинул. Перекинул стол и ушел. Все там полилось со стола и ушел. Ну, сегодня больше, естественно, ему не предлагали никогда. Вот. Ну, выразить свое несогласие, убежать, уйти, закрыть уши, чтобы не слышать. Пусть это будет по-детски, но это будет правильно, друзья. Наша жизнь настолько коротка, она пройдет. Вы знаете, мы сейчас задам вопрос, и вы скажете, что в последнее время очень что-то быстро дни летят. Молодежь, у вас так или нет? Так, да? Как? Очень быстро, да, последнее очень быстро. Вы знаете, а я недавно заглянул в 89-й псалом и понял, что дни летели и тогда. Моисей написал так, друзья. Дней наших 70 лет, при большей крепости 80,
проходят как? Быстро, и мы летим. Друзья, да и во все века они летели. Эти дни, они сейчас, ну, просто пролетают. Друзья, поэтому нам нужно какие-то решения принимать. Очень серьезное решение – убегать. О свободе, друзья, речь здесь шла. Нам не нужно усложнять сильно, как получить нам свободу. У нас есть Христос, который дает эту свободу. Так написано, что Христос пришел дать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных куда? На свободу. У нас недавно показался один наркоман. Он не просто наркоман. Он продавал это все. У него были свои точки, там, ну, посыльные. Он все знал, где это берется, что как. И вот он пришел. Он, ну, мама не знала, что с ним делать. Не знала, что с ним делать. Он пришел в церковь. И покаялся. Просил у Бога прощения. И поверил, по-детски поверил. Вот в эту весть. Вы знаете, за короткое время немножко поправился. Вот, потому что уже был худой, такой там, по-моему, килограмм, он говорил, килограмм, даже 40 не было. 40 килограмм даже не было, там 36, что ли, было, или 35 даже. Вот, сейчас он нормальный вид принял. И вот, значит, пошел паспорт восстанавливать, все, зашел в это самое, паспортный стол стоит, а его уже знали все. Милиция увидела его, о, ничего, попался. Они его раз быстренько закрутили руки ему, все, пойдем опять, ну, надо же им работать, надо же поймать еще. Он, наверное, торгует до сих пор всем этим. Он говорит, да не трогайте меня. Я покаялся. Не надо мне, что такое покаяние. Пойдем проверять тебя. Повели его проверять, ну, там, на кровь. Вот. Все, Бог меня освободил. Я уже все, Богом прощенный и свободный уже. Вот. Да какой ты свободный, сейчас мы узнаем. Ну, прошло, наверное, немножко времени прошло. Проверяет его, затащили в больницу, проверяет его, не показывает. Они, не может быть, давайте еще раз проверим. Еще раз проверить, не показывает. И он смотрит на них, я же вам говорил, дайте мне вот эту штучку, которая проверяет, они там как-то бывают. Вот. Я, говорит, сохраню, это первый раз в моей жизни, что не показывает. Вот, и он принес и показывает мне. Я говорю, смотри, дядя Вить, не показывает. Я говорю, ну хорошо, Господь тебя очистил сразу, и кровь твою очистил сразу, ты новый человек стал. Друзья, вот так вот ко Христу пришел человек. Поверил в Него, что Он может его освободить. И получил эту свободу. Друзья, через веру получил эту свободу. Брат один жениться собирается. Ну, как мы обычно привыкли. Много наставлений. Один одно скажет, другое другое скажет. Третье скажет. Столько заборов мы можем понастроить. Хотя, ну, нормально иногда мы говорим, слушайте нас. Вот. Ну, а он как? Значит, решил жениться. И вот, значит, за одной сестричкой там ударяют многие. И все не знают, как к ней подойти. Вот. А он обратил на нее внимание, неправда, нормально. Пошел, помолился, вечером предложил. Прошло короткое время, она согласилась. Женился, живут хорошо. Но он делал это искренне, перед Богом. У него сердце свободное, никаких расчетов, ничего. Он это сделал в своей простоте. Так просто, Богу доверился, и Бог его благословил. Бог его благословил. Вот у Бога путь, он простой. Написано, неопытный пойдет и не заблудится по этому пути. Друзья, не заблудится. Поэтому получить свободу от Иисуса Христа, друзья, каждый получит. И это делается очень просто. Как-то я слышал такое выражение, все гениальное просто. И вот наше спасение – оно действительно гениальное, лучше не придумаешь. Наше прощение лучше не придумаешь. Друзья, так все просто у Бога. Только нужно довериться. Конечно, нужно послушать. Вот брат говорил передо мной о посвящении. Это очень важно. У нас один браточек, ну, сейчас он брат, конечно, все. А раньше вот, ну, юношей был, у него неверующая девушка была. Вот. И он там с ней подруживал. И вот он покаялся.
Прошел день, два, три недели, тянет как магнитом, тянет. Пошел, повидался там, ну, что он там делал, я не знаю, ну, может, поцеловался, не знаю что. Опять кается, вот, и никак не может вот освободиться. Вот время идет, а он вот привязан к ней, и все. Время проходит, он все равно как магнитом опять его туда, опять. И вот он молится: «Боже, почему нет свободы у меня? Дай свободу». Он кается, свободы нет. Кается он, свободы нет. Все равно к ней он привязан и привязан. И вот говорит: «Однажды сижу дома, думаю, что делать, как? Без Бога жить нельзя. И без нее не могу жить. И без нее жить не могу». Вот. И вот у него такая дилемма. Вот он себе нажил эту дилемму, пока еще вот был подростком. А потом он делает решение: «Нет, все же я больше к ней не пойду. Пойду я ей скажу. Я иду к Богу». Все. И он делает сердечное решение. Все, вот нужно оторвать это все. Вот все, за Богом пойду. Знаете, он пришел, сказал ей: «Все, я теперь верующий, я пойду за Богом, все, встречаться не будем». И как только он сделал это решение, вы знаете, он говорит: «Мое сердце, свобода пришла. В мое сердце пришла свобода. Бог увидел это. Бог увидел это и послал полную свободу». Он освободился. Вот. Живет, слава Богу, у него уже много детей, по-моему, больше 10. Ну, не на ней он женился, на другой, на верующей женился. Она так и неверующей осталась. Вот. Но сделал решение. То есть это посвящение, решение сердечное он сделал. Освободиться от греха, освободиться от этого. И все. И Бог пошел навстречу, друзья. И каждому Бог пойдет навстречу. У него есть определенные правила. У Бога. Просто эти правила мы иногда перешагиваем, и мы хотим найти другого Бога, который бы нашим желанием бы потыкал, или бы исполнял наши желания, или что-нибудь, какую-то альтернативу избрал бы. Да нет, Бог себя отречься не может. Бог вот что написал, вот так и надо поступать, как написано, и свобода точно придет. И не надо думать: «Бог меня не освобождает, Бог мне не дает силы». Да, ты сильный, особенный человек. Вот Бог тебе создал, а освободить тебе не может. Не может, потому что ты, ну что ты, из особого теста ты сделанный. Да нет, такой же ты. Только ты послушай правило Божие. Оно как раз всех ставит в свободу, которую Господь нам предназначил, друзья. И христианин должен иметь эту свободу. Обязательно. Потому что Иисус Христос, он сильный Бог. Понимаете, Он сильный Бог. У Него есть сила, чтобы освобождать. Поэтому не надо вот этого нам, как бы сказать, своего чего-то придумывать. Друзья, вот брат передо мной говорил, мне пришла мысль, не сейчас, а вот еще раньше, до обеда. Мы иногда даем себе свободу сами, да, освобождаемся. Но хочется сказать, друзья, действительно, наша свобода, которую мы себе даем, без ограничений, она нас такие затянет узлы, что потом их трудно будет развязать. Вот брат один рассказывает, сижу, говорит, я, ну, на труде был, на труде, вот, по-моему, даже на нелегальном положении был, если я, да, наверное, на нелегальном положении был. И вот, значит, денежки есть с собой, захотелось им поесть. И вот второму сотруднику он говорит: «Что, пойдем покушаем». Ну, неужели мы себе хоть раз, давай, позволим, пойдем хоть в ресторан поедим, вот. В ресторане покушать. И вот тот брат ему говорит: «Да нет, давай в магазине купим то, что есть, да и перекусим». Вот, как обычно. Вот. «Да ладно, ну что ты, пойдем хоть горяченького в ресторан». «Да нет, не пойду, это не наше это место. Да я только поесть». «Ну ладно». Вот он. Значит, этот пошел в магазин, а другой брат пошел в ресторан. Ну, думаю, хоть раз поем, наемся в ресторане, да приду, хоть похвалюсь. Вот он сел, заказал, как все люди вот такие. Все ему на подносах принесли.
музыка играет, все, ну ничего страшного, ладно, пусть играет, покушаю и пойду. Вот принесли, значит, пищу, вот, помолился, он сел, начал, только начал кушать. Вот, а нет, нет, еще не принесли, вот-вот сейчас ему принесут. Вот, я чуть-чуть забегаю вперед. Вот, пока он сидит, подходит к нему девушка, музыка играет, она ему подает руку, давай, пойдем потанцуем, хорошее ж место, музыка, давай потанцуем. Он, да я не танцую. И он ей отказывает. Вы знаете, рядом за столиком сидят еще, ну, такие мужички. Как это? Ну, вы, может, не знаете, я знаю это, что девушке отказывать, это, во-первых, стыдно, это неправильно, и ты должен согласиться. Ну, по крайней мере, в то время было, в наше время, сейчас не знаю. Вот. И, значит, они встают и к нему. Ты как ты посмел отказать? Да ты что-то за парень? И они к нему, значит. И он чувствует, сейчас уже не только покушает, и получит. Вот. Вот. И, значит, он объясняет, я это не могу. А чего ты не можешь? Я верующий. Ну и что, ему верующие, все такое. Они к нему, а он, значит, нет-нет. Вы знаете, сбежал он с этого ресторана. Ну, за это время, пока там выясняли отношения, он видел, как принесли ему вкусную пищу, он даже ее и не покушал. Он сбежал, слава Богу, прибегает к брату, а тот довольный, перекусил, сидит, ожидает. Вот, он ему рассказывает всю эту историю и просит теперь покушать. Просит, теперь хочется ее покушать. Друзья, вот наша свобода, она приблизительно похожа вот на это. Когда мы себе даем свободу, мы в такие узлы, так нас затягивает. И, слава Богу, сбежал. Слава Богу, не получил. Вот. А может быть, и получил бы, совсем бы Бог обходил бы ее другой стороной. Вот. Вот такое, друзья. Поэтому в эти места нам не надо ходить. Здесь все очень просто. Мы иногда делаем для себя что? А почему нельзя? Ставим вопрос. А почему нельзя? Ну вот почему нельзя. В искушение впадешь. Да почему я? Ничего страшного. Почему это я себе должен сокращать? В это общество не пойду. Там не посижу, там не постою. Да нечего там делать. Нечего делать. Друзья, у меня другой вопрос. По первому тексту. Юношеских похотей убегай. Друзья, куда бежать? Куда бежать? Да, можно бежать в поле. Можно еще куда-то бежать. Но физически, да, мы знаем, как брат убежал ко мне, допустим. Вот убежал, ну, слава Богу, защитил я его немножко. Вот. Можно, да, и к брату бежать, к сестре можно бежать. А так вообще, мне хотелось напомнить место Писания, которое записано в притчах. Это 18 глава, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня». Убегает в нее праведник и безопасен. Имя Господа – крепкая башня. Вы знаете, когда мы впадаем в искушение, ну, зачастую впадаем в искушение, когда мы не убегаем в эту башню. Имя Господа – крепкая башня. Когда мы не озвучиваем, кто мы такие на самом деле – когда мы не говорим, кто мы. Некоторые братья и сестры, допустим, могут вспомнить, когда они не открывали, что они христиане, христианки, то к ним приставали, что-то там пытались любезничать, а потом они впадали в искушение, и, может, на десятый раз беседы они говорили, мы не можем дружить, потому что я верующий человек, я верующий, я христианин. Но уже поздно, уже петелечка заброшена, уже поздно, уже привыкла и уже не знает, как поступить. Я как-то в один год у нас, я не помню, лет пять назад, у нас в нашей церкви три сестры вышли замуж за неверующих. Вышли замуж. И я вот с ними разговариваю. Со всеми я разговаривал.
И днем разговаривал, и ночью разговаривал. И вот уже, ну, договорились до чего. Я уже спрашиваю одно. Я говорю: миленький, вот у тебя есть хорошие подруги? Есть. Вот сейчас хорошая подруга к тебе пришла и говорит: послушай, ну, допустим, Галя, послушай, если бы вот я решила выйти замуж за неверующего человека, она говорит тебе: что ты мне посоветуешь, что ты мне скажешь? Ну, полюбила, вот не знаю как, вот что ты мне скажешь? Знаете, что она мне сказала? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Не выходи замуж, потому что у тебя жизнь будет... Она говорит на полном серьезе. Мне даже показалось, что она забыла, что она замуж выходит. Вот. И она, значит, говорит мне вот все, что она думает. Ну, хорошо говорит. Тогда я ей говорю: миленькая, а ты что делаешь? Она говорит: я не знаю. Я не знаю, что я делаю. Я по-другому не могу. У меня нету силы. Друзья, потому что когда-то попалась на этот крючок. А вот имя Господа – крепкая башня. Как только появилось какое-то искушение, нужно сразу нам озвучить, кто мы есть. Сразу сказать, что это грех. Если что-то предлагается греховное. Если сказать, что нужно исповедовать, что я христианин. Бог учит вот так и вот так. Сразу нужно об этом объявить и сказать. Вы знаете, совсем по-другому будет. Совсем разговор повернется в другую сторону. Совсем по-другому. Иногда, вы знаете, вот подходят люди, может, вы испытывали это. Ну, просит. Просит что-то, ну, дай там 30 рублей, дай там 5 рублей. Ну, чувствуешь, что он на пьянку просит. На пьянку просит. И вот он уговаривает, говорит: дай. Вот, и все, ему говоришь: я верующий человек, я христианин, я не могу дать тебе на пьянку. Я не могу. Вы знаете, совсем другой разговор. У него сразу появляется мысль: да я на хлеб. Или говорит: я на лекарство. Или он просто умиляется сердцем и говорит: я у вас брать не буду деньги. Я совсем недавно вот с своими сыновьями на работу ехал, такой же человек подошел. И когда ему озвучили, что мы христиане, и я тебе даю деньги, немного, даю тебе деньги, но ты смотри, не возьми что-нибудь там такое, иначе ты с Богом будешь иметь дело. Вот. И все остальное, вы знаете, после этой беседы он говорит: да я не буду брать у вас деньги. Да я не буду брать эти деньги. Ему пришла мысль их не брать. Ему стало не... стыдновато, ему страшновато стало. Сейчас возьму и потрачу. Хотя он, ну, прекрасно обманывал. На что он хочет взять эти деньги? Прекрасно. Но потом он пришел в себя. Имя Господа – крепкая башня. Друзья, когда мы озвучиваем, что мы верующие, мы не впадаем в эти искушения. И мы в той свободе находимся, которую даровал нам Христос. Друзья, поэтому еще имя Господа, друзья, вот туда нужно бежать. Почему? Здесь написано: убегает в нее кто? Праведник. Но если сейчас я вас спрошу, вы праведники или нет, ну, думаю, не все ответят, что праведники. А кто-то скажет: какой я праведник, какая я праведница. Моя праведность, как запачканная одежда. Вот. И мы себе вот такую оценку дадим. И правильно сделаем, друзья. Правильно сделаем. Праведник – это тот, кто полюбил правду. А мы с вами ошибаемся. Мы с вами делаем какие-то грехи, какие-то согрешения. И вот праведник что делает? Он бежит ко Христу. Он бежит к Богу, чтобы он полюбил правду. Вот то, что неправильно у него сердце, он не может с этим жить. Он мучается в этом, потому что неудобно, неприятно. Знаете, как немытый несколько времени. Он не знает, ему хочется омыться кровью Христа. Он хочется получить эту свободу внутреннюю. И вот этот праведник, он бежит ко Христу. Он бежит и говорит: Господи, омой меня, прости меня. Он не может долго находиться в этом. У нас один браточек шофером работает. Вот. Манипулятор у него свой. И вот он заехал в одну организацию.
Вот. Ну, как правило, мы люди, как сказать, средненькие, небогатые. Вот. И у него колеса лысые на этом КамАЗе. И вот надо их заменить. И он ищет, где бы подешевле, они же дорогие. И вот заехал в эту организацию. И, значит, смотрит, лежат стопочка колес. И хороший протектор. Отлично. И он загружается там, ну, материалом определенным, ну, его вызвали. И мужиков спрашивает, ну, грузчик в этих, что за колеса? Он, да бери, можно. Да, конечно, ну, давай там 2000 рублей, мы тебе их все отдадим. Да, отлично, грузите колеса. Вот они их раз загрузили, он 2000 рублей им отдал, вот, и едет. Выехал с этой организации, и мы спешили, подожди, я их украл. Ну, как украл? Тебе, ты же, ну, это сам. Да это же грузчики. Это же не те люди. И вот он едет с этим, у него мучается в душе своей, не знает, что делать. Отвез груз куда надо. Он дошел до такой кондиции назад, на всех скоростях в эту организацию. Приезжает, ребят, выгружайте. Что такое? Выгружайте. Это же не ваши колеса. Нет, не наши. Вот. Все выгружайте. А что такое? Да совесть меня замучила. Я себе покоя за это время не нахожу. Ну, может, час прошло. Вот. Выгружайте, не нужна мне совесть дороже. Выгружайте эти колеса. Вот они выгрузили. О, какой-то странный. Вот. Все, давайте. Деньги, я поехал. Все. Выехал, говорит, еду, как на крыльях. Слава Богу. Вот. Друзья, вот когда человек живет в свободе, и вот получилось что-то, получилось. Он не может много находиться и долго в этом состоянии. Он бежит ко Христу. Он бежит, чтобы освободиться, друзья. Чтобы вот действительно душа, она была свободна. А как хорошо жить в этой свободе, когда человек смело может посмотреть в глаза другому. Вы знаете, бывают такие люди, за которых думаешь, они все знают. Они все знают. Духовные такие люди. У нас была такая бабушка одна, она умерла. Она была слепая 5 лет. Слепая, потом умерла уже на 96-м году. Она померла. И я вам скажу, что это за бабушка. Я один раз к ней пришел с молодежью. И она, значит, смотрит всех. Ну, как она осматривает? Ну-ка, подойдите ко мне, я вас посмотрю. Он не видит абсолютно ничего. Посмотрю. И она, значит, раз... Общупала. Ну-ка, скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Раз сказала. О, это дочь того-то. Ага, хорошо. Как тебя зовут? Вот так. Все, я узнала. Дочь это. Кого-то сразу по имени. Все. Ну, меня навсегда узнавала. Подойду, только там пару слов скажу. Она мне. Все, это Виктор. Все, я тебя знаю. И знаете, она ж слепая, не видит. Она говорит громко. И, знаете, начинает рассказывать мои согрешения. Слепая, откуда она знает? А я знаю, что она молится за нашу церковь. Она молится за всех нас. Вот, она молится. И представьте, Бог ей открыл. Мне так неудобно. Думаю, может, никто ничего не понял. Вот, из молодежи. Вот, о чем она говорит. Вот, и думаю, хоть бы она не повторила. Ну, пусть это будет как наставление. Вот, и я уже... И мне страшно стало. Мне страшно стало, бабушка, оказывается, обо мне все знает. Она говорит, смотри, Виктор, я тебе желаю, чтобы больше в твоей жизни это не повторялось. Она мне это рассказывает. Я испугался. Я говорю, большое вам спасибо. С этого времени начал бояться ее еще сильнее. Еще сильнее начал бояться. Друзья, но есть люди не слепые, есть люди зрячие, которые тоже как-то, ну, стыдновато, когда человек, ну, чувствует себя, ну, где-то виноватым пред Богом. И немножко стыдновато. Перед людьми становится, друзья, которые, ну, как-то, ну, любят нас, ну, хорошо разбираются в нас. И нам иногда стыдно. И мы не можем долго сдержаться. Мы признаемся, что мы не таковы, чтобы как-то нам легче стало. Друзья дорогие, а когда есть свобода, когда есть полная свобода, нам не надо никого стесняться. Мы смело можем свои глаза поднять к небу, к Богу, и молиться Ему, и просить у Него, что мы желаем. Друзья, когда полная свобода на нашей душе. Поэтому, дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, вот наше общение, которое здесь у нас есть, это общение, я их называю святилище Божие. Когда мы входим во святилище Божие, и мы увидели себя,
какие мы на самом деле. Просмотрели одна проповедь, вторая, третья, пение, стихотворение. И вы знаете, как будто рентгеном меня просветили. Кто я и что я? И что теперь мне нужно делать? Когда меня просветили, когда я себя увидел, надо к Богу идти. Господи, освободи. Господи, прости. Только так просто, по-детски. И Бог освобождает, хочется сказать, от всякого греха. От всякого греха Бог дает свободу через веру в Сына Божия Иисуса Христа, который силен освобождать каждого грешника. Друзья, поэтому я, конечно, знаю, молодежь, я вас знаю. И мне кажется, неплохо. Не все я вас знаю, не все. Но думаю, что много знаю, много. Поэтому, когда мы верою приходим ко Христу с полной верою, что Он меня освободит без тени сомнения. Друзья, Бог дает эту свободу полную. Я сам это пережил. Друзья, я сам это пережил, что Бог дает свободу. Только нужно усилия приложить. Усилия приложить. Покаяние усилия приложить. Искушение, когда подошло, приложить усилия убежать, уйти, не смотреть, не читать, не говорить. Немножко усилия. И Бог идет навстречу, и Бог освобождает. Поэтому Господь нам оставил вот это небольшое усилие с нашей стороны. Вот то, что касается с нашей стороны. Видимо, для того, чтобы дьявол ничего не мог сказать против Бога. Да, это Ты все за них сделал, Господи. Это Ты их огородил кругом. Это Ты все сделал. Нет, с нашей стороны есть то, что мы сами должны сделать. Не надо все на Бога. Вот это Бог не дал мне. Это Бог не дает мне. И кто-то даже на дьявола все сваливает. Это Он меня соблазнил. Это Он. Друзья, не надо. Не надо и на дьявола все сваливать. Не надо на Бога все говорить, что Бог мне не дает. Вот с нашей стороны есть вот это усилие. Сделай этот первый шаг, и Господь пойдет тебе навстречу и благословит тебя. Мне один звонит, курить не может бросить. Что делать? Хочу курить. А я ему говорю, слушай, не бери сигареты. Не могу, вот все, что делать? Я говорю, давай помолимся. Помолились. Через некоторое время опять звонит. Что делать? Я ему уже говорю, ты не умрешь. Если ты не закуришь, ты не умрешь. Согласен? Точно не умру. Вот теперь борись до смерти. До смерти. Вы знаете, как принял решение? Перехотел курить. Перехотел курить. Бог увидел вот это, что человек согласен. Ради Бога я не буду это делать. Да, мне хочется, мне желается посмотреть, увидеть, попробовать. Мне желается, но я усилия принимаю со своей стороны. Я говорю, Господи, а теперь Ты помоги мне. Друзья, Бог идет навстречу, когда вот эти усилия. Еще когда израильский народ проходил через Иордан, если вы помните, священникам было сказано, войдите в реку, возьмите ковчег и войдите в реку. И вот река течет. Они не то, что подошли к берегу, она раз расступилась. Нет, вы идите. И вот они пошли. И вот они только зашли в реку. Пошли, какая там глубина, не знаю. И она расступился, Иордан, расступился. Вот эти первые шаги мы с вами должны сделать. А потом все расступится. Потом расступится. Вот эти как раз чудеса в нашей жизни, особенно когда борьба с грехом, Бог стопроцентную свободу нам дает. Ну, давайте делать первые шаги вот эти. Первые. Я буду заканчивать свою проповедь. Поэтому мне хотелось бы позвать к покаянию тех. Заканчивается наше общение. Такое прекрасное. Мне хотелось бы, чтобы каждый из нас из этого собрания ушел счастливым человеком. Ушел красивым человеком. Красивым. Вы знаете, я замечал, когда душа покается, когда душа исповедуется, вы знаете, она преображается. Совсем другое. Она красивая становится. Душа. Правда, мне пришлось видеть и другое. Видите другое. Когда из глаз
не Христос выглядывает, как помните, рассказик такой есть, Христос выглядывает, да? А бывает, выглядывают бесы из глаз. И действительно, как будто выглядывают. Вот смотрят они оттуда. Друзья, поэтому хотелось бы, чтобы не вот эти похоти оттуда выглядывали из глаз. Чтобы, не дай Господь, бесы. Друзья, а чтобы Христос выглядывал из глаз. Когда чистое сердце. Если вы помните место Писания, часто мы приводим, я еще сейчас хочу его привести. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него что? Источники жизни. Жизнь, оказывается, из сердца исходит. Жизнь. И мы говорим, человек жизни радостный. Да? А вот сердце. Сердце, оно чистое. И оттуда вот теперь жизнь из сердца. Она выглядывает. Поэтому, дорогая молодежь, братья и сестры, пусть Господь вас благословит. У кого созрело такое желание получить полную свободу от Иисуса Христа, то вы сегодня ее получите. Только поверьте в это. Только поверьте. Поэтому пусть Господь благословит вот в это. Мы сейчас будем петь. Мне хочется пением помочь, друзья. Пение такое мы с вами споем. Двери закрыты, поздней порой. Кто-то стучит, кто-то стучит.